Здравствуйте, друзья! Вот решил снять ролик по поводу своего приобретения беговой дорожки Конгсмен B2.0. Вот. Прежде хочу сказать, почему я купил именно эту беговую дорожку. Во-первых, потому что бросил курить и сильно поправился. Работал в основном дома, естественно. Решил... Ну, это сам правильный выбор, потому что я читал отзывы, много смотрел. И беговые дорожки всякие там, другие тренажеры. В общем, беговая дорожка оптимальнее всех велотренажеров и так далее. Вот. Почему я выбрал именно эту модель? Потому что, естественно, я много чего читал. Бренд хороший, уважаемый. Продукция очень качественная, надежная. У меня мой кот. Так, почему именно эту модель? Потому что, во-первых, по цене она самая такая, одна из самых комфортных, в пределах 40 тысяч. Во-вторых, и я читал, что очень важно, чтобы полотно, беговое полотно было больше 40 сантиметров, и мощность двигателя была больше 2 лошадиных сил, а тут 3 лошадиных силы. То есть, чем больше мощность двигателя, тем дольше беговая дорожка вам прослужит. Давайте посмотрим, включим ее. Так, сейчас, минуточку. Так, вот, установлю розетку. Вот кнопочка. Оф. Вот. Все, она стала загружаться. Я готов. Приготовился, включил себе киношку любимую, хорошую, интересную. Бизнесмены, фильм «Криминал». Рекомендую. Это не реклама. Так, водички себе налил. Поставил сюда пульт. Пульт, все. Так, теперь можно пробовать. Так, все ясно и понятно. Все красиво, все сверкает, все. Так, включаем, так, все, сейчас поедем. То есть, естественно, выбрал быстрый шаг, это, как я понял, самый оптимальный вариант для снижения веса, лучше, чем обычный шаг, бег, там, быстрый бег, то есть, быстрый.